О, Фурхед только что вышел. Мне колокольчик прислал оповещение. Давайте посмотрим Фурхеда. Только что прям, вот секунд 10. Что на... А, он руну иллюзии нажал, задоджил мины. Пока все сидят на чертовом карантине. Ну, это лак, конечно, нереальный. Ты лакич. Эхо слэм по всем. Бэээээ! Рэмпейдж! Хороший вариант пеньков вызвал, кстати. Ставлю лайк. О, нулики, да, выбрасываем? Ой. А где нулики-то? Вот, блин. Хорош быка. Fuck you! Get him with this fucking guy! I fucking cut his ass! Стики, стики! Хорош. Взрывать его начал. Ну, не. Типа, он значит так улыбнулся, типа... Не, я просто... Ребята, меня мухом друзья добавляют. Я думаю, отклонить. Я просто сидел за разами. АМ, запрыгни, убей нахуй всех. АМ. Морфа убил. Так он один остался. Так а что, а дэмэш-то нигде его нет. Знаешь, он один, но one man army получается. Слушай, ну старика так, ну нет, ну эрго, ну... Не-не-не-не-не-не-не. Проявите уважение, это молодой прям, человек. Это дисреспект. Ну слушай, ну куда? Молодой ну, ты, человек. Слушай, ты старый человек, интернешнл выигрывал. Ну ладно. Ну чё, погнал? О, сейчас все умрут. Энигма еще прыгнула в эту же. Сука! А чё Рубик у этого, Сларка не убил? Хикин от тебя. А, sorry. I got him, motherfucking bitch. Какая на самом деле. Алиску я уже и говорил. Сука! Чё? Я бы, блядь, а что вас это такое? Двоих А что это такое вообще? Просто бы вы лизу нахуй, девчонки, блядь. Я бы даже вас не ебал, просто вам лизал всю ночь и всё. As for Dragon Tail, but he already popped the Ghost Shroud. He's gonna take a good amount of magic damage here, but he will survive through all these hits and have an opportunity. Oh, yeah, what an Echo Slam and a Sonic Wave! A Huntskin Limp! The Swedish duo comes in and just crushes Chicken Fighter. У него стрим называется Lone Brow. Одинокая бровь, и у него реально заросшая бровь просто переносится вот до сюда. Охуеть. Ну как я прям. What the fuck? Damn. We actually did do it. Ага, всё, и теперь сам на вот этот. Сейчас на две наступишь. Тебе надо, наверное, пониже чуть. Блять. Беги! Welcome to the international. Айсберг же так всех хейтил, кто на Вайтспирите играет. Он примкнул к Азулу. Подожди. А. Некра убил. Круто. Это как вообще? Ни разу стана еще не дал. Он уже не убьет, там еще Феррик, наверное, какой-нибудь. Или убьет. No. То есть он на линии, или еще мисс там будет, не знаю. Он на линии с сапогом еле-еле убил героя Гримстрока. С хедреской на руне. Тайга. Ух, does the player did today?
додж. Опа! Самоїл, Самоїл пытался, пытались, а он, кстати, может вытолкнуться. Парни, окей, у меня один вопрос. Видите, это наш вар. Чел делает тип-аут. Ты чё, блядь, вообще ёбнутый нахуй? Ёбнутый, кикайте его нахуй просто, блядь. Ему вообще похуй. Просто ёбнуться, блядь. Я закрываю эту хуйню нахуй, это просто минус 80. Давай яйцо, блядь, у меня хуйня есть! Я убью яйцо! На! Ау! Чё? Чё, нахуй? Все, игру тащу, пока уебишь АФК! Всю игру сливает игру! Слив АП! Все слил! Мать, сука, свою слил бы тоже, если мог! Окей, I don't know what he said, but alright then. 5-7 выиграли? Две проебали. Чей батя зашел? Это пиздец. Это пиздец. Ему не нравится, когда его всей ладонью по всему телу вот так вот. Он прям выбегает. Вот все. Давай поглажу. Знаете, как будто я щепотку соли так. Все, ладно, беги, беги. Не хотел я включать вам вебку. Мне бы подстричься бы, вот бы кто подстриг бы на дому. Пупок срал на руку мышь во время игры. Нет, на стол, один раз на ковер посерил. Но они контролируют это. Можно ли его научить? Я видел, то есть у них, ну как, то есть, короче, перед тем, как посерить, он скажет фразу какую-нибудь. Например, я видел... Ну, подписан на инстаграм-блогершу одну, которая ведет блог с попугаем с таким же, как у нас. Я вам его уже показывал, зовут Винчи. Он каждый раз перед тем, как поселить, он говорит какать. Она его научила как-то. И вот он говорит. Насколько сложно ухаживать за попугаем? Никаких проблем. Главное просто вовремя за ним убирать. То есть не надо накалкивать, потому что как только... Там, не знаю, вы два дня или один день не поубираетесь, вот он покушает. Причем, что у нас, как бы, вот я сейчас вам покажу. У нас, короче, вот такая фигня есть. Это вам видно, не видно. Сейчас. Вот. Ну, нам на заказ сделали бортики там. Ну, она стоит на стульчике каком-то простом. Ну, короче, суть в том, что это кормушка такой жердочкой, у которой есть две миски, и она сама в коробе стоит, в которой весь мусор летит. До этого весь мусор летел во все стороны. Когда он сидел, например, и кушал вот на вот этой фигне, ну вот, вот на вот этой. Она там немножко грязная, но очевидно, то, что он срет на нее, под нее и так далее. Вот. То есть, которая стоит вот здесь. Вот здесь. В клетке он вообще не ест у нас. То есть, он ему не нравится. Давай почешу. Хочешь еще, идешь за почесотками? Иди сюда, молодец. Вот. Вот, когда он кушал в клетке, убирать было максимально дискомфортно. Потом мы его отучили, просто перестали его там кормить, и корм насыпали вот в эти вот. Вот. У него только в клетке вода есть, хотя две кормушки стоит, но потому что убирать с нее очень много, он начинает в клетке ночью, днем, утром расправлять крылья, начинает им махать, и в закрытом пространстве маленькое вот это вот все по всей квартире летит, и нереально. Вот. А так важная уборка, потому что от него, именно от этого попугая, очень много пудры. Такой, так называемый, это так и есть. Она выглядит как пыль. То есть вот, для того, чтобы он не мог, чтобы его намочить, вот,
надо вот так вот стоять с душем включенным там. Ну, на фулому будет неприятно максимально, но если просто со средним напором душа стоять, это где-то минуту его надо вот под ним держать, чтобы он хотя бы хоть чуть-чуть намок, потому что он вообще не мокнет. С него вода просто стекает, как, знаете, ну, как с какой-то вот влагой отталкивающей чего-то там. Поэтому... Такие дела.